Нас будто преследуют. Нас точно преследуют. Эй! Вали отсюда! Не приближайся, ясно? Блять, что это такое? Ну, бежим! Слышали? Это... Тейлор? Тейлор! Это вы там! Скорей к церкви! Бегом! Эй! Твари у нас на хвосте! Внутрь! Живо! Ну же, скорее! Эй! Внутрь! Вы что там делаете? Где Анджела? Не вы не могли помочь. Да ладно. Если эта тварь сейчас ворвется сюда, мы к ней присоединимся. Блять. Найдите входы и выходы, все заблокируйте. Черт! Давайте, здесь нужна баррикада. Эй! Что этот старый дурак там до сих пор делает? У старика крыша съехала. Тем лучше, что он снаружи. Я знаю, что ты там! Господи, что он делает? Он приведет эту тварь прямо к нам! Он не понимает, в какой мы жопе. Да что за хрень там творится? Вам нужно уходить отсюда! Скорее, пока не поздно! Убирайтесь отсюда! Уйду, когда гляну тебе в глаза! Впусти меня! Извините, но я не могу вам открыть. Прятаться от людей глупо. Поверь мне, я знаю. Говорю вам, уходите отсюда. Хотя бы себя спасете. Проклятие вода! Бегите, старый войдет! Эта тварь уже рядом! Вам надо срочно сваливать! Да очнись ты! Реальная проблема не в этом! Эта мерзкая тварь играет с нами. Почему эти твари, чем бы они ни были, преследуют нас? Если б я знал, может, это помогло бы их остановить? Про
Профессор! Эндрю! Это я. Следующий. Как его? Обвинял моего двойника. Дело серьезно. Опять суд? Пока нет. Но все шло именно к тому. А девочка? Мэри? Да. Она там была. Видимо, сожжение странной куклы не сработало. Тут безопасно? Нашли другие входы? Извините, я не проверил. Эта тварь все еще здесь. Смотрите, там! Надо идти за ней. Кем бы она ни была, все происходящее связано с ней. А если так, то что? Если мы остановим ее, возможно, это позволит спасти наших двойников. Ладно. Посторожите дверь, вдруг оно вернется. Малая, ты тут? Мне тяжко молвить сие, но твоя казнь убережет нас всех, спасет целый город. Пощади его, молю тебя. Тебе трудно, дитя, но позже ты уразумеешь и возрадуешься. Покинь сие место, Мэри. Мольбы его не трону. Ты не должна узреть мою кончину. Кто приглядит за мной, ежели не ты? Судья Вайман поручил то Авраам. Он твой опекун. Однако с сим решением не все согласны. Каждый предстанет перед высшим судом. Твой час настал. Нет! Нет! Узри же, кого ты молила пощадить. Он более не от мира сего. Лишь демоны да проклятые могут так противиться. Он был здесь. Я держал его. Он был там. Я не спас его. Жаль, что тебе пришлось это увидеть. Мне было очень тяжело. Суды над ведьмами! Они ненормальные! Парня убили ни за что! Согласна, это полная жесть. Видна система. Анжела была убита после казни своего двойника. Тейлор же едва удалось спастись. Увидишь смерть двойника? Ты следующий. Очень обнадеживает. Спасибо. Лучше знать заранее, что тебя ждет.
оно! То, что нас преследует! Скорей! Что нам делать с тварью снаружи? Тихо. Слушайте, вон там... Оно снаружи, пока что. А что, если оно решит напасть на нас? Возможно, в церкви мы будем в безопасности. Почему? Ну, это святое место. По идее, оно не сможет войти. Правда? Что, прям как долбанный вампир? По крайней мере, это крепкое здание. Он прав. Тут безопасней. Остаемся. Эта тварь опять пришла за мной! Ей нужна я! Вы не понимаете, с чем мы имеем дело. Это какое-то нереальное дерьмо. Нам надо сваливать. Так? Она права, валим. Останемся тут, и оно нами пообедает. Главное всем держаться вместе. Помните, что стало с Анжелой. Ладно. Тогда выходим через черный ход. Я с вами. Блять, что это было? Еще один повод валить. Бежим! Может, твари ушли? Чисто. Не отставать. Надо действовать быстро. Подождите, надо успокоиться. Что, блядь, Тейлор в беде? Дэниел! Тейлор! Это ты? Ни хрена не вижу. Это ты? Я здесь. Тейлор! Как же я рад вас видеть. Вы живы. Мы пока еще не спаслись. Дайте отдохнуть. Не останавливайтесь! Идем! Постой. Он устал. Хрена с два! Это на нас охотится, не на вас. Надо идти. Все в опасности.
Не только вы. Ладно. Что будем делать? Я не знаю. Надо немного отдохнуть. Вы спите? После такого адского денька я вряд ли засну. Хотя сил вообще нет. Есть идеи, как отсюда выбраться? Туман окружил нас. Мы не пройдем. Нельзя тут просто сидеть. Сначала надо выяснить, откуда берется туман. Думаю, это Мэри – ключ к тому, как выбраться из него. Найти Мэри, остановить ее – это хороший план, окей? А вторая девочка, которая от нас убегает? Я уверен, она как-то связана с Мэри. Может быть, она пытается нас куда-то привести? Куда? Не знаю. Может, туда, где мы положим этому конец? Все слишком неопределенно. Кажется, от нас уже ничего не зависит. Мэри в центре всего происходящего. Этих судов и страшных казней. Я даже не уверен, реальна ли она. Как мы ее остановим? Слишком поздно дергаться. Все. Конец. Мэри выглядит как ребенок, но она воплощение зла. Мы остановим ее. Это не так просто. Она же ребенок, мы не можем взять ее. Послушайте, когда встретим ее, сделаем все необходимое. Что там? Пс-пс. Ну нет, тварь пришла меня прикончить. На землю. Прячьтесь. Оно идет прямо на нас. Тихо вы. Анжела! Полегче. А я вся в синяках. Я думал, вы погибли. Как вы сумели нас найти? Мы думали. Ты... Как хорошо, что вы живы. Хватит. Вы меня засмущали. Но спасибо. А ты молоток. Да уж. Железная леди. Вся группа снова в сборе. Всех отыскали, молодцы. Ну, не совсем. Они нас нашли. Сейчас на первом месте ваша безопасность. Идем. Когда вы исчезли, мы встретили других монстров. То, что гналось за мной, было омерзительно. А вы говорите, что их много? Откуда они взялись? Как вы без очков? Ничего? Определенно. Многое здесь лучше не видеть. Очки потеряли, но чувство юмора на месте. Хорошо. Что это? Слышу. Явно где-то рядом. Идем скорее. Помогу спуститься. Бежим! Эй, бежим! Да подожди ты! Стойте! Эндрю, подождите! Профессор! Анжела, вы где? Дэниел,
Тейлор! Ребят! Куда вы делись? Дэниел, это ты? Хрен его знает, как мы выбрались живыми. Рано радуешься. Мы все еще в полной жопе. И сраные мутанты еще рядом. Надо уходить. Лучше победить себя, чужой. Тогда победа твоя, и ее не отнимут. Ни ангелы, ни демоны, ни рай, ни ад. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться не тем, чем кажется. Три казни, три терзаемых создания и ни одной погибшей души. Прекрасно справляетесь. Так держать. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Что-то злое к нам спешит.